Зашли, бросили. Еще один момент. Как здорово сейчас действовал Эмиль Галимов. Неплохая комбинация. Вот ответ ЦСКА. Слепышев, перевод. Отличный Локтионов. Пас. И очень было похоже на то, что в этой серии счет будет открыт после подставления Карнаухова. Ну и замечательное спасение от Хелберга. Сейчас просто так хладнокровно он фиксирует эту шайбу и дает своим партнерам понять, ребята, играйте надежно, но если что, я тут подчищу. Еще раз посмотрим. Три передачи прошли, классно сыграли армейцы. И вот эта передача на пятак уже с подставлением Карнаухова, все шикарно. Ну и Хельберг, конечно.